Депутат Госдумы и бывший зам губернатора Красноярского края Сергей Сокол уехал на спецоперацию. Он решил отправиться на фронт добровольцем еще в начале октября. За это время 51-летний Сокол прошел военную подготовку в учебной части Ростовской области. По словам депутата, в учебке он вспомнил навыки стрельбы, оказания первой медицинской помощи и азы саперного дела. На это ушло примерно 2 недели. Мужчина рассказал, что сейчас его группа ушла на подкрепление к основным силам. Напомню, Сергей Сокол 6 лет был вице-губернатором Красноярского края, а с 2021 года он депутат Госдумы от Хакасии.